Здорово, народ! Лето уже вот-вот наступит, а у многих экзамены и всякая дичь. Но для того, чтобы скрасить эти унылые дни, я постараюсь добавить пару красок в вашу палитру, дабы вы смогли тщательно окрасить все как положено. У микрофона Павел, и это видео про монтаж, а именно про Sony Vegas Pro и монтаж в этой программе. Па-па-па-па! Погнали! Меня попросил один друг, чтобы я сделал видеоурок по монтажу, и я решился сделать его. У меня на канале уже были подобные видосы по тематике монтажа, и если что, то ссылочка в описании. Продолжим. Многие знают этот прием монтажа как MLG или что-то подобное. Приступим. Сначала зайдем в Sony Vegas Pro. Файл, создать. Ставим настройки так же, как и у меня. Окей. Перейдем к основной части. У вас имеется нужный трек и видео для монтажа. В моем же случае будет момент из одного моего любимого аниме, где можно спокойно сделать подобный монтаж. Перетаскиваем видеоряд на таймлайн. Выбираем нужный момент и делаем как на видео. Выделив нужный кадр для обработки, делаем снимок, иначе же скриншот. И отправляемся в Photoshop. Без разницы, какая версия. А там вырезаем нужную фигуру для монтажа и сохраняем. Кидаем получившееся дело в Sony Vegas. Продолжаем копипастить видос.
А потом рендерим. Настройки рендера вы можете увидеть на экране. Все нужные файлы будут в архиве по ссылочке в описании. Ну а всем, кому понравился видос, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока!